Всем привет, ребят! Меня зовут Ира, далее Ирка Старш. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Поехали! Первый вопрос. Сколько мне лет? Мне 9 лет. Второй вопрос. Какой у меня телефон? У меня телефон Umi Plus. Все путают его с айфоном. 7. Но это не 7. Не 7. Не 7 плюс айфон. Это просто Umi Plus. Мне, кстати, привез папа. Ой, третий вопрос. На что я снимаю? Я снимаю на обычную камеру, на переднюю, то есть как снимает мое лицо, не на заднюю, а именно на переднюю. Что я только что делала? Снимала видео, что в моем телефоне, господи, айфоне. И, кстати, сразу скажу, это видео будет короткое. Планируешь... миллион подписчиков. Планирую, но сначала я хочу себе 10 подписчиков. Ну, хотя бы 10. Что будешь снимать? Влоги, челленджи, теги, летсплей. Влоги, челленджи, теги и хол. И все. Как у тебя дела? О, спасибо, у меня все хорошо. У тебя ровные зубы. А, спасибо, это так мило. А как у тебя там? Все хорошо с зубами? Кого я смотрю? Я смотрю почти всех ютуберов, но самое главное, я смотрю Сашу Спилберг. И я смотрю Ирка Андвика. Подписывайтесь на Ирка Андвика. Там мы снимаем с Викой летсплей. И не только о Майнкрафт, но еще какие-то игры. Кстати, подписывайтесь на этот канал тоже, потому что здесь будут интересные влоги и все так далее. Следующий вопросик я уже буду смотреть в свой записник. Что планируешь на лето? Ну, лето уже прошло, и я планирую на то лето, я планирую много путешествовать, чтобы я узнала всякие страны. Следующий вопрос... Это не вопрос, это рисунок. Классный рисунок. И последний вопросик. Какой у тебя планшет? У меня Samsung планшет. Он, короче, вот так вы его, наверное, увидите. Вот он. Вот видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую и пока!